финишируем игрой вправду. Значит, это выглядит следующим образом. Из этого красного мешочка, да, вы достаете фишку. И все вопросы от Куценко и Пиксимовой. Да, это от этого квартета, да, поэтому... Желтый. Желтый. А любую желтую... Ну вот ближе ко мне лежит. Да. Неловкий вопрос. Угу. Выгоняли ли вас из клуба, ресторана и за что? Я помню... Я помню обратные варианты, когда, когда не выгоняли, а ждали. Вот когда беседа затянулась, так. И скромные, интеллигентные работники ресторана, подозревая, что гости еще являются друзьями владельца, ага. Стояли и ждали. И когда говорили, ну пора. А почему же вы нас не выгнали? Говорит, было неудобно. То есть, когда ресторан уже давно закрыт, вот таких случаев было больше. Надо тянуть вторую карточку? Да. Вторую фишку. Да, уже чтобы неловких не было. Понял. Там бывают другие. Красные. Красные. Я говорю, это ближе. Откровенный вопрос. Вы когда-нибудь корили своего партнера за то, что он зарабатывает недостаточно денег? Нет, никогда не корил. Это, наверное, вопрос рассчитан на женщину, которая... По-разному бывает. Нет, по-разному как бывает. Как я мог укорять Екатерину Владимировну Стриженову, что она недостаточно зарабатывает, если, в принципе, прерогатива и обязанность приносить убитого на охоте мамонта... Да, это дело самца. Это дело самца. Поэтому нет, я никогда этого не делал. Откровенный вопрос, откровенный ответ. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.